Ярко и невероятно красиво. Вокальный ансамбль «Эклипс» отмечает юбилей – 5 лет на сцене. И пусть возраст, можно сказать, детский, в артистов уже влюбились жители Бердска. С первых минут концерта зрителям было трудно усидеть на месте. Здесь внучка Дашенька. Поет она у нас вообще с 3-летнего возраста, прямо с 3-летнего. Куколки играет и все песенки поет. Мне кажется, что будет даже очень красиво и интересно, потому что там будут выступать взрослые, и мне будет очень интересно посмотреть. Красоту композиции, безусловно, дополняют костюмы выступающих, известные песни в новом звучании и исполнении. Программа концерта рассчитана на зрителя разного возраста. Были и лирические, и зажигательные песни.